140-я серия. Участок маршрута Мурманск-Магадан. Будет пройдено 38 километров. Расстояние маленькое, но причиной тому, что пришлось заехать в Улан-Удэ. Это в очередной раз подтвердило истину. Если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Планировал объехать Улан-Удэ по объездной. Ну вот, получилось так, что через город. Посмотрите на город, на улицы, на дома. Остановился возле супермаркета, ходил за дисками. Взял два диска по 2 терабайта. Ну так, чтобы было на душе спокойно, что внешней памяти хватит на маршрут. Но просчитался, уже подводя итог всему маршруту, пришлось докупать еще один диск, но уже на 4 терабайта. Это связано с тем, что стал снимать на боковую камеру. Есть намерение после завершения маршрута разместить фильм, видовой, что ли, фильм о природе России, в частности Колымы, Якутии. Снимал на боковую видеокамеру, на боковой видеорегистратор. Возле супермаркета «Оранжевая корова» не стал выключать видеорегистратор. Посмотрите на людей, как одеваются, как выглядят. Дороги вполне приличные. Современный город Улан-Удэ.
если поехал, взял правее на светофоре и поехал по главной дороге, то ушел бы за это. Значит, Лануде. Смотрите на Лануде. Это железнодорожный мост, по-моему. Самая моя река Селенга, девушка фотографирует, очень красивая панорама на фоне современных красивых домов. Река.
3 километра. Какая-то разборка слева, какие-то джипы с этим. Так, вот им видео справа какое-то, нет, это МТС. Где припарковаться теперь здесь?
Ну, пока я тут ковыряюсь с этими, посмотрите на вон Улан, жители Улан-Удэ, Улан Манадыши. Так, это сделал, значит, до ближайшего, о, склеры, заезжал в этот, видео взял, еще диски запасные, внешние жесткие, потому что опасаюсь, может не хватить. Так, съемка идет на две камеры. Передняя и задняя. Будем снимать города, по которым проезжаю, сразу на две камеры. Ну, интересно.
небольшая поездочка по Улан-Удэ.
Прямо на солнце сейчас поедем.
напоминают полулысую голову. Три волосинки, блин. Алло, сынок, как дела? Чё там с Юлькой, чё-то нифига себе, я обалдел просто. Где это она, когда, какие проблемы-то? Всё себе. Температура, как дышит. Врачу ходили, да, врач? Ты когда лекарства дал? Или что? Этот, она же прививку делала. Фи. Нафига себе. Этот, Кириллка? Ну? Ой, золотой мальчик. Начались... Как? Верните на небо. А, пятерка. М, 42 километра. Во как. Ну ты вообще же, у тебя поведение очень хорошее. Ты теперь давай задание. Ты давай теперь выполняй задание. Покажи папе, какие города я проехал. Папа тебя назовет, ты будешь искать. Ладно? Ну давай, ладно. Ага, пока. Где же мост? Или уже проехали в городе?
красота Америка, а? Ой, рыбаки рыдают. Прошлые разы, когда я останавливался на ночевку, вот, утром спускался к реке, и вот миллионы маленьких мальков прямо у берега. Туча, туча просто их. Ну, видать, хищники на глубине, на них охотятся. Вот они прижимаются к берегу. Какая рыба водится, не знаю. Но если мальки прячутся, то надо полагать хищные. Может быть, желих, может быть, судак, может быть, щука. Месяц, может быть, на два, подальше от города поставить палатку,